Серег, смотри, вот Барина, да? Перед ней поворот. Вы по выше по течению далеко были от поворота? Ну, эти координаты, да? Ну. И это вот, от координат направо, да? Да, то есть получается там такой поворот, тут еще пляжик типа такой, да, сделан? Ну, типа того. Вот сход такой к воде. И туда идешь, папа, вот где я тебе нарисовал лечь, вот на этом повороте, где еще один поворот, скажем так, там как раз вот ямина там такая, с той стороны, вот по берега. Подготовочка к островищу, Илюх? Да, да, о. Надо в это, как правильно сказать, лечу подарок, клюй, клюй, брат. Всем привет. С вами банда лесных дятлов. И сегодня 1 мая, мы приехали на рыбалку. Приехали в отличное место на Тверце. Будем пробовать, для нас это новая локация. Поехали. Ловить будем на шляпную прикормку. А теперь надо ее увлажнить. Как женщина, да, Лёх? Это стало. А ты канал чуть местно добавить? Не, нет. Нет. Что-то она не пахнет больше. Печеньем каким-то пахнет. Ну да. Чувачек. Красивенько. Пестерок будет готов? Да. К ночевке. К ночевке пока нет. Ночевку мы туда уйдем, наверное, скорее всего, да? Че здесь? А как ты рыбу собрался ловить? Алеша, Алеша. Мы за пожаробезопасность. Вот это неплохо задвинул сейчас. Потому что главное, я считаю, в этой жизни это здоровье. Да? Да. Его не купишь в магазине. Да. Особенно с желтым ценником точно не будет. Не, и по карточке пятерка. Не пройдет. Скидок не пройдет. Та дела не сделал. 1 мая. Мир труд. Тархунчик. 1 мая, да? Да, да. Да, Леха, только этикетку не показываю, нам за рекламу не платили. Прикрыл. Все. На. А что ты свет потом поставишь? Я сейчас сделаю, у меня есть. У меня все есть, я-то не спешу. Вот так вот, нахуй, блядь, отслежили, блядь. Чуть у нас уже кормушка беспонтовая. Убираем. Освежись все снасти. Я все моя первая оснасточка без крючков. С того года ничего не менялось. Вот. Сейчас сделаем все по красоте. Купили новых крючочков. А, типа с грузами, что ли, да? Ой. Че это за мама-то были только что? Там вот, я тебе говорю, на той стороне она заебала булькать. Я пока там сидела, она 3 раза уже всплывала. О. Лех, снимай поклевку. Ага. По чинам. Хорош. Латвичка. Латвичка. На опарыша. О, смотри. Поближе к камеру. Кто-то по ней прошелся из хищника. Есть. Начало неплохо. Поклевочка реализована. Да. Потом я поймал вьюна. Юна. Знаешь такую рыбу? Угу. Как змея, только рыба. Угу. Под камнями бамбуров ловил. Да, бамбуры. В школу шел, ловил, и после школы ловил. Угу. А в школу не ходил. Не ходил в школу. Не доходил. Леха, здорово. Здорово. Клюет, короче. Тишина. Рыба, как всегда, на том берегу. Да. И у другого человека. У соседа.
Нарисовал красавчик. Это да. Для куриного рагу нам понадобится курица, собственно. Перчик. Силь. Мелкая. Перчик. Луток. Морковь. И красный люк. Люк Бессон. Лук Траволта. Лук Траволта. И что самое интересное, разные по цвету. Вау. Зелененький внутри. Бонус. Вот так. Живет. Не, не живет. Давай прям золотой сделаем. Да, да. Ну что, Серег? Крокодайл. Поймали, да? Там драйсти кого не видели. А что взяли-то? Другую. Покажи. Не эту, другую, она тоже тварь. Да? Она серебристая тварь. Угу. Прикольно все равно. Ты доволен? Очень. Что у вас? У нас ничего. У вас прикормка? У нас прикормка. Вот на кране. Кормушку плотно забиваешь? Не, плотно забил, не вымыло. Угу. То есть сейчас попробую не плотно. Один местный товарищ посоветовал перейти в другое место. Сказал, тут есть выход из заводи и небольшой свал. Так что попробуем уйти от общего, так сказать, лагеря и попробую здесь. На Лимикус? На Лим. Первый. Хи. Первый на Лим на наших рыбалках, да? Ну да. Такой он вьюн. Ночной. Ночной. Сколько время контрольное? 1:35. Здрасте. А сегодня мы поговорим о рыбалке. Как поймать леща и налима в ночное время. Вот. Разместились мы на заводе на реке Тверце. Насадили червячка и закинули донку. И ждем поклевки. Холодно? Прохладненько. Сколько по твоему барометру внутреннему? Ноль. Ноль? Ноль. А вон есть две кормушки. И лещик. Первый подлещик или что это такое? Подлещик, да. Подлещик. Хорош. Хорош. Блёны. Ну да. Рецепт блинов от Кирзона. Ну мы еще это пропорции соблюдать будем. Сейчас посмотрим. О, надо муки добавить. Миксер в природных условиях. Да что ж тут зацепилось, она передвинулась. Илюха сегодня за шеф-повара, да? Будет вкусненько.
Вот рублев. Ну что, порыбачили? Да. Да? А чего встали, я не фотографирую? Поехали. Не, ну давайте, давайте. Вставайте. Каждый пирожку взяли? Сейчас. Фокус навожу. Раз, два, три. Небо не хватает, мы тоже в костры. До встречи.